Всем привет, друзья! Сегодня понедельник, мы начали учиться, вспоминали, как что, уже все половины все забыли. Сегодня даже, по-моему, троих человек не было. А вот, кто-то выбыл, у кого-то закончились часы, видимо, ну, потому что там две девчонки, даже три, по-моему, а не четыре. Пришли повторно учиться после интеграционной, вы представляете? Говорит, учеба не очень, ничего не знаем. Пришли еще раз, им дали вроде бы как 300 часов еще дополнительно. А вот, но двоих сегодня не было. Пока поболтали там минут 15 перед программой новой, скажем так, повторением. Кто где был, девушка, которая наша учительница, Ира, она была в Испании с мужем, с ребенком, рассказала, как что, как доехали, как отдохнули, как там были, как по платным дорогам ехала, 90 евро платные дороги до Испании, по Франции, что-то там туда-назад, 180 евро, ну, 1100 километров они проехали, в общем. По очереди рулили, скажем так. Вот, отдохнули хорошо, все хорошо. Спрашивала, где мы все были, у каждого. Спросила, где мы, что делали, в общем. Вот такие дела. В общем, началась учеба, начались задания домашние, так что будем учиться. Осталось нам тут всего там 2 недели, там 3, грубо говоря, 2,5. И будем искать уже интеграционные курсы, которые на 8-9 месяцев у нас продлятся. Но говорят, что курсы все забиты, в общем, везде очереди. Где-то минимум ноябрь, максимум где-то там уже январь-февраль, кто-то говорит, в общем, капец. Где-то, где хорошие курсы, где хорошие школы, где там более-менее хорошее образование, там вообще даже не принимают в очередь, не записывают. Ну, в общем, будем смотреть, будем искать, скажем так, по рейтингу, по отзывам, что, где, когда, куда. Так что, ребятки, всем удачной рабочей недели начала. Погодка пока хорошая. Солнышко, потому что через неделю вроде бы обещают опять дожди, грозы и ветра. Что, ну, не очень. Ну, ничего. В общем, всем удачки на предстоящую неделю. Пока-пока.